Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Боюсь серьезных разговоров, боюсь что-то спросить по работе, меня сковывает, я просто молчу, я не знаю, как с этим бороться. Ну, а как с этим вообще можно бороться? Как это должно выглядеть? Как должна выглядеть такая борьба? Вот. То есть это должно быть какое-то, какое-то пересиливание себя, да, возможно, какая-то, не знаю, ломка себя, опять же, должна быть это. Или что? Вот, как вы... А как вы сами видите вот эту вот историю про борьбу? Хотелось бы, ну, как-то вот прояснить, наверное, этот момент. Вот, потому что если, ну, если мы говорим, да, о том, что вам это, ну, не нравится, да, если мы говорим о том, что вас, допустим, это не устраивает, то, наверное, что-то вам в этом хочется поменять, да, вот, и, соответственно, вопрос заключается в том, как вы сами, это для себя видите. Вот. То есть, ну, я бы, наверное, вот для начала такой бы вопрос задал бы себе. Да? Вот. И уже из этого как-то исходил бы. Вот. То есть, ну, хотите вы, да, что-то менять, допустим. Вот. Если хотите что-то менять, да, то как? Как вы хотели бы это менять? Вот. То есть это вот какая-то, наверное, такая история, в первую очередь. Значит, на что это похоже, да? Это похоже на агрессию вашу, подавленную. Вот. Довольно сильно. И это похоже на стеснение. То есть, как будто бы вы вот стесняетесь, да, как будто бы вы очень сильно себя подавляет. Поэтому я думаю, что начинать нужно с того, чтобы признать, что вы можете злиться на кого-то или на что-то, вот,
вы можете злиться. И вот уже исходя из этого, да, учиться выражать и ну, проявлять, скажем так, свою злость. Вот. Я думаю, что примерно так вы будете от этого избавляться. То есть, ну, то есть вот снимать вот это вот напряжение, которое у вас есть сейчас. Вот. Я думаю так. Я не думаю, что есть перспектива какая-то бороться с этим, как вы говорите. На мой взгляд, ну, бороться с этим означает подпитываться еще больше какую-то вот деструктивную сторону здесь. Вот. Ну, вашу. И я думаю, что ничего хорошего из этого не получится. Вот. Ну, мне, честно говоря, кажется, что вы и сами как-то догадываетесь. Вот. Иначе бы не задавали этот вопрос. Вот. Хотя, тут я, понятное дело, что могу ошибаться, конечно. Вот. То есть, тут есть, ну, вот, свои, тут есть нюансы, безусловно. Вот, ну вот, пожалуй, какой-то вот такой ответ мой на мандат. Да, то есть работать именно вот с вашими подавленными чувствами, вот, которые у вас имеют, имеют место быть. Вот. Злость, агрессия, недовольство. Это первое. Ну, это еще не все. Вот. Еще немаловажным моментом, на мой скромный взгляд, является цель, для чего вы спрашиваете, зачем вы хотите спрашивать то, что вас интересует. Да, вот, то есть, ну, какие мотивы у вас спрашивают, вот, потому что, если не проставлены цели, вот, ваших, ну, ваших вопросов, да, и так далее, то вы также будете, ну, ну, теряться, вот.
вы также будете вот, чувствовать себя очень неуверенно в себе. Вот, потому что не находитесь, ну вот, скажем так, в контакте со своими эмоциями, да, со своими ощущениями, со своими желаниями. Вот. С вектором, с вектором своего поведения вы не находитесь, к, ну, к сожалению, вот. И это, в общем и целом, ну, является проблемой, на мой взгляд. Это то, что вполне может вас как-то дискредитировать, это то, что вполне может вас сбивать с ритма. Это то, что может мешать вам как раз таки задавать вопрос. А вы можете также беспокоиться по поводу того, как вас, например, могут оценивать люди в этот момент. То есть, ну, что они о вас подумают, да, как вы будете выглядеть и так далее. То есть вот такая какая-то история еще может быть. И это тоже может выступать таким вот, ну, сбивающим фактором. Вот. Это тоже нужно, ну, понимать. Поэтому работа с самооценкой здесь также крайне важна. Вот, для того, чтобы вы могли вот больше как-то, ну, вот, на себя опираться, а, и двигаться вот в сторону того, чего бы, ну, чего бы хотели вы. Ну, попробуйте посмотреть прямо сейчас, да, вот, в сторону твоих интересов каких-то. Вот, попробуйте посмотреть сейчас в сторону твоих, ну, приоритетов, скажем так, да, вот какие у вас приоритеты могли бы быть, да, то есть вот, и как бы эти приоритеты могли реализоваться, ну, вот, было бы очень здорово, если бы вы этим озаботились, конечно же. Ну, потому что, опять же, вот в этом смысле, да, невнимательность к подобным вещам, невнимательно к подобным вещам, может приводить к определенной деструкции. Вот. Ну, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете.
Желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен существенно за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать какие-то базовые постулаты, да, для психотерапии. Вот, посмотреть векторы, куда вы хотели бы двигаться и как. Вот, ну, а я вам желаю удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.